1 октября меняются ставки НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло. Если на плодово-ягодную продукцию налог на добавленную стоимость будет снижен до 10%, то на пальмовое масло повышен до 20%. Для российских потребителей это означает, что фрукты и ягоды отечественного производства получат преимущество перед зарубежными на торговых прилавках магазинов и подешевеют. А продукты, в составе которых есть вредное для здоровья пальмовое масло, наоборот, подорожают.